century. Don't wake me up. Всем привет, друзья! Вы у меня на канале Андрей Рожко, и сегодня новый формат. Я решил вам записать рум-тур на квартирку в Алании. Стоимость квартиры всего 50 евро в сутки. Дорого или дешево, напишите, пожалуйста, в комментариях. И перед началом этого ролика, нового формата, так сказать, попрошу вас подписаться на канал и поставить лайк этому ролику. Погнали, посмотрим, какая квартирка. Вот такая придомовая территория у квартирки. Так вот можно прийти покупаться в бассейне, позагорать, полежать на шезлонге. Там можно принять душ. Здесь у нас спортзал. На первом этаже можно позаниматься спортом. Тут можно припарковать велосипеды. Даже есть аптечка. И тут можно заняться спортом. Есть пару тренажеров, гантельки и дорожка. С таким прекрасным видом можно заниматься спортом. Ну что, погнали, покажу вам квартирку. И вот такая крутая квартирка. Сейчас покажу вам все наглядно и быстро. Начнем с ванной комнаты. Здесь все как обычно. Туалет, душ и умывальник. Здесь был сразу гель для душа и шампунь. Гель мы уже использовали. Вот так вот. Здесь даже есть вот такое, чтобы можно было. Ну, вы сами знаете. В общем, дальше продолжим. Здесь спальная комната. Номер рассчитан на 3 человек. Вот такой здесь шкафчик. Есть полотенце, дополнительные подушки. Тут у нас даже утюг есть. Так что, кому надо, может поутюжить свою одежду. Здесь есть у нас пылесос, двухспальная кровать с ортопедическими подушками и вот такой прекрасный вид на бассейн. Сейчас тут рядом стройки идут, поэтому немножко шумно, конечно, когда открываешь окно, но в целом, когда закрываешь, ничего не слышно, очень хорошая звукоизоляция, поэтому стройка абсолютно не мешает. Ну и продолжим обзор с вот такой прекрасной кухней-студия. Там диван, одно спальное место. И здесь у нас все самое необходимое. Сплит, телевизор с Wi-Fi, посудомоечная машина, стиральная машина, духовка, газовая плита, вытяжка. Тут у нас все, раковина, чайник сразу. С заварничком таким. Очень крутая техника Vestel. Я смотрю, что здесь все Vestel. Это кондер, холодильник, стиральная машинка и посудомойка. Все Vestel. Я так понял, это довольно крутая турецкая фирма. И, кстати, работает очень бесшумно. Кондера не слышно, стиралки не слышно. То есть все очень тихо, можно даже спать спокойно. Это не реклама, если что. И стол на 4 стула. Можно спокойно завтракать, обедать и ужинать. И самому себе готовить. Ну и прикольная такая здесь терраса. Вот так вот открывается дверь на террасу. Здесь приятный такой столик на двоих. Стеклянное ограждение, чуть-чуть затонированное. И сушилка. Вот так вот можно здесь сидеть, смотреть, кайфовать, пить чаечек. Вот, вот там даже море видно. До моря всего метров 100-150, вот так вот по прямой пройтись, и вы уже на море. Ну что, ребят, вот такой рум-тур получился. Если вам понравился такой формат, вот тут еще такая ниша кладовая. Ну что, друзья, вот такой рум-тур получился. Если вам понравился такой формат коротеньких видосов, рум-туров разных гостиниц, номеров, квартир, то поставьте лайк этому ролику, подпишитесь на канал.
И напишите в комментариях, да, продолжай делать такой формат, нам интересно, сколько это все стоит и так далее, и как это все выглядит. Вам всем спасибо за просмотр, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока-пока. You're just a ghost.